Так, друзья, всем большой привет. В общем, сегодня у нас шляпа-стрим по этой шляпной игре, которую мне, в принципе, уже давно просили зайти постримить. Вот, в общем, я сегодня созрел. Не знаю, абсолютно какой-то режим выбрал рандомный. В общем, не знаю, насколько мне хватит в эту шляпу играть. Разминка. Ну давайте, ребята. Разминка так разминка. Ох, нормально в лицо получил сразу же. Еще бы здесь пригорать, ради бога. Андрюха в азарте. О, нормальный приход. Да ёперный ты балет. Чтоб у этого Айоми, блядь, порвало сраку, блядь, уже наконец-то, блядь, заебал уже он просто. Ну шо, поехали. А, это свой, блядь. А, ждем прихода в лицо, блядь. Выходи, сынок. Дефусти, дефусти. Что? Какой в жопу дефусти, блядь? Дефусти, что это было вообще? Твердите от страха. А, я не могу просто. Да выходи уже, блядь. Пёс ты, блин. Югу! Даже въебало ему дал, нормально. Ну и что, нормально, нормально. А, тут там она типа автоматически закладывается. Все, я понял. Думал, просто эти, блин, рагуляют это делают. Что? Драгонлорд? Да ну нафиг ты. О! Короче, Айоми вышел из толчка, походу, блядь, высрался уже. Ну ничего, сейчас мы его еще раз отправим. Шарики, смотри, какие классные, блин. Ёлки-палки. Говорю, шарики какие классные, Гонсалес, блин, ты по мне стреляешь, блин, писюн ты, блин. Кстати, МК-44 нормально так разваливает, блин. МК-44 нормально валит. О, нормально, Ганс, Ганс, красавчик. Ганс, ты красавчик. Лови пульку в лицо. Нормально так шмальнул, блин. Кикнул в бошку, блин. Давай, дядька, соберись. Как тебе Томас, блядь?
Ах ты ж писюн, блин. У нас прицела, падла. Поразить стрелял. Так, отлетел. И тоже отлетай. Да ну ты что, кейс-стримером? Не-не-не-не-не. Ты хочешь, чтобы я нервно ходил?